Вы говорили, что здесь, мягко говоря, будет некомфортно. Это как будет выглядеть? Как бы выглядеть? Но это долгая история рассказать, потому что несколько минут предупреждать. Ну, понятно. А как скоро вы знания открыты, когда раскрываются древние знания, они будут открыты как-то? Знания открываются. И, во-первых, для того, чтобы знания открыться, нужно быть готовым к ним. Но они не закрыты вообще? Конечно. Какие-то закрытые, скажем, звездные врата закрыли, когда-то не открылись? Нет, звездные врата закрыли по тому причине, чтобы это поразить. Когда была захвачена наша планета, закрыли их врата, чтобы это поразить, мы через звездные врата не попали на другие планеты. А как скоро они откроются, неизвестно. Думаю, что если они откроются, завтра мы знаем об этом. Сериал «Звездные врата» не снялись, правильно? Да, кстати, по поводу этого фильма. Это тоже провокация, очень интересная. Потому что, действительно, история... Вы знаете, как возникла идея снять фильм «Звездные врата»? Дело в том, что американцы захватили недействующие «Звездные врата». Это реально? Реально. И один сотрудник НАСА, который работал в другом отделе, не даже каждый отдел, но знаете, все отделы ходят когда? В столовке, правильно? Ходят в столовке, когда кушают, там продолжают дискуссии. И вот он сидел за соседним столом и услышал по поводу «Звездных врат» и т.п. У него был знакомый продюсер, он тут же ему скинул эту идею, и фильм возник. После этого этот человек стал травить. Он его потерял все и вся, он скрывается, когда я давал ток-шоу, где спрашивали ответ на вопрос, он говорил об этом. Но самое интересное, то там как повернули интересно. Там даже говорят о паразитах, да? Азар и Ра и все остальное. Но говорят, что именно Ра и всех, кто создал, вот. Они поносили, а это наоборот. Все шевырнуло. Наоборот. Да. А есть шансы, что они сильно запустят недействующие? Они не запустят. Они не запустят. Они не запустят. Ну, мы знаем, в принципе, это не совсем далеко от истины, потому что американцы, хоть и неплохие люди, поняли, это самое из кинофильмов, это самое. Люди, океане, после внесения, океане есть. Там, может, да? Вот они неплохие люди, но уровень интеллекта и образования у них очень низкий. Вы должны сказать, масс. Естественно, есть образованная группа, но они очень тоже шаблоны. Обученные, даже ты. Да, зомбированы, они зомбированы. В нашем образовании нет образа, мы обученные. Конечно. Потому что это, конечно, долгий разговор, но тем не менее. И в Америке, не только даже если они были обучены правильно, они все равно не, они пытались запускать, вы понимаете, у них есть захваченный летающий объект. Слушай, не важно, но они летающие объекты, они же, понимаете, почему-то считают, что на Земле надо пункнуть защита от дураков, да? Потому что дурак назад помощь, там есть двойная вторая система защиты. Но почему они считают, что все остальные дураки, для такого не нашли, да? А летающие объекты, даже без наличия пилотов, у них есть программа. Это квазиживые организмы, в принципе, которые имеют искусственный интеллект повыше многих, имеющие не искусственный. И работали по принципу, если приближаться вот этот объект животным, живое существо, они его сканируют. Это тарелка. Сканируют. После чего делают классификацию. Если это существо эволюционно развитое, они позволяют этому существу приблизиться и войти внутрь. Но если существо эволюционное не доходит до определенных критерий, идется посылаться сначала телепатический сигнал. То есть кто стреляет потом? Телепатический. Но понимаете, телепатический прием сигнала тоже это разные уровни развития. Те, кто нашли возможность получать телепатический сигнал, они услышат, дальше не пойдут, потому что они понимают, что здесь стоит. Но те, кто телепатически глухие, они продвигаются так же, да? Если это живой человек, значит, его просто блокируют подвижность. То есть человек просто привораживается, не может двинуться. Но если после чего не все равно так пропустит, пытается прыгать, то тут, в данном случае идет удар энергетический, и человек уничтожает нервную систему. Вы скажете, как зверство, да? Нет. Но если такой человек влезет туда, то он подумает, а также управление телепатическое. Вот, хотел свои девайсы смотаться, да? Вот такого планировки, да? Вот тогда его смотать куда-то, пока это взорвется вся планета целиком, понимаете?
Поэтому, чтобы защитить от такого варианта, таким это защитой. И поэтому, даже если кто-то смог на английский проникнуть, запустить управление этим кораблем, они никогда не смогут. Это я говорю точно, потому что я знаю, о чем говорю, это не сегодняшнее тело, но поверьте, у меня есть данные по этому поводу. А кто присутствует, какие цивилизации на Земле? У нас, что есть некоторые море, база там, что это такое, для чего? К сожалению, мы надо сворачиваться, потому что когда я несколько другую сделал, прошло уже 6 часов, я вас...